Dancing on the skylight. Всех приветствую, меня зовут Илья. Сегодня будем изучать стиль Wave, что в переводе означает «волна». Волна – это понятие образное, стиль очень пластичный и пришел к нам из середины прошлого века, из театра, из пантомимы. В дальнейшем он был разработан, эволюционировал, скажем так, в более танцевальный стиль, не иллюзорный, а танцевальный. Стиль сам по себе очень красивый, пластичный. Вы все наблюдали по знаменитому клипу «Фристайл», где парень танцевал этот стиль великолепно. Раньше назывался этот стиль верхним брейком. Сейчас стили разделяются. Wave является одним из фанковых стилей. Их около 18. Один из самых красивых, пластичных. Сегодня мы изучим основы, немножечко импровизации. И я вам подскажу, как правильно развивать свои сегменты, подготовить для того, чтобы вы могли самостоятельно в дальнейшем развиваться в этом направлении. Дорогие друзья, начнем с разминки. В вейвинге работает абсолютно все тело. В принципе, сам по себе технически достаточно несложный стиль. Что такое вейв? Волна. Это постепенное последовательное сгибание сегментов. Сегменты у нас находятся везде. Буду говорить проще, пояснять, то есть суставов. Волны бывают разные. На примере рук я покажу. Волны концентрированные, когда волна идет очень концентрированно. Работает каждый сегмент вплоть до фалангов пальцев. В базовой волне по рукам существует 11 точек. Ровно 11. От кончиков пальцев до кончиков пальцев. Также есть фанковые волны. Они более расплывчатые, скажем так, размазанные. Они используются в основном в эстрадных направлениях. Они более амплитудны, поэтому их видно с далекого расстояния. Сегодня мы будем изучать базовую волну, концентрированную, которая используется в Electric Boogie. Стиль, который мы называли в свое время верхним брейком. Начнем с руки, потому что наиболее, так сказать, распространенное движение волны начинается с руки. Размяв плечо, мы переходим на грудную клетку. Волны могут быть абсолютно разнообразны, и также работает и тело. Что мы делаем с телом? Движение обычной грудной клеткой вперед-назад. Для этого мы встаем полубоком. Если есть дома зеркало, это будет замечательно. Если вы занимаетесь в зале зеркальном, это еще лучше. Встаете полубоком, чтобы вы видели свою грудную клетку. И старайтесь максимально вывести ее вперед. Лопатки сжимаем. Движение называется контракция. То есть как бы поддерживающими, помогающими нам сделать это более красиво, эффектно. Что делаем животом? Постараюсь в одежде показать. Втягиваем живот. Втягиваем. Выпячиваем, втягиваем, выпячиваем. В танцах живота, я знаю, это используется сейчас очень. Далее вы можете уже использовать это в волнах. Естественно, когда волна проходит с животом, это более красиво, чем вот она проскакивает сразу в тазовые сегменты. Работает 30 раз, не менее. Танцуем, танцуем, разминаем, разминаем. Встаем прямо в бок. Движение тазом. И. Раз. И. Два. Работает таз. Даже обычный круг он делает. И нежели, вот, например, с разворотом, это уже совсем
немножечко другие мышцы работают. Но это все очень полезно, это очень нужно. Ноги тоже могут делать волны, как это неинтересно и неудивительно слышится, смотрится и понимается, но ноги могут делать волны. А волны здесь немножко необычные. Колени очень активно используются и стопы. Разминаем колени. Обычные круги. Левое колено уходит в сторону. Вес переносим на мысок левой ноги. В дальнейшем делайте вот таким вот образом. Скрутили, скрутили, покачали, покачали, развернули, развернули. Внутрь, внутрь, вниз, вниз, развернули, развернули. Внутрь, внутрь, вниз, вниз, развернули, развернули. Стопа. Знаменитое упражнение, всем уже известное. Покачали, покачали. Ваша задача разогреть, разболтать сегменты. Правая нога, левая нога. И сделать рывок тазом. И волна, она сама побежит вверх вот этой вот боковой частью. Это необходимо делать, потому что вот часть лицевую мы разработали. Боковая часть, такие волны, они очень красивые. Они очень эффектно смотрятся. Мы будем их тоже изучать. Колеса фиксируйте ногами и потихонечку смещайте тело. Можно делать это с волной. Также, опять же, на столе рука. Сделали волну, тело сместили, волну завели. Сделали волну, тело сместили, поставили руки на стол и тело вот такие вот движения. Кстати, это очень полезно для снабжения мозга кислородом, потому что вы все-таки как бы разгоняете по телу. Также можно делать вращение, разрабатывать. Тоже и контракцию. Сидите, делайте движение грудной клеткой. На этом мы наш урок заканчиваем. Я благодарю вас за внимание. Тренируйтесь каждый день. Результат зависит только от вашего упорства, от вашего желания и целеустремленности. Спасибо за внимание.